ЦНС. Надежда на будущее. Корпорация НАР начинает испытание новейшей разработки. Технологии рекультивации. 90 питом 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные из зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. Просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет. Правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очнись. Таня? Таня, прекращайте шутки. Ну ты и Соня. Подожди! Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Татьяна, а мой дорогой профессор Хименюк. После стольких... Ну хватит уже!
почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нарт церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они... тут тестируют свою рекрутивацию чего-то там. По-моему, там нет никаких испытаний, но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который в Агдер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... чернобылита? Так он называется, Игорь? Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Похоже на ту ночную... Миша!
Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если хватит разговоров, вперед! После вас, Игорь. Дамы и умники, вперед! А ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Мне бы помощь не помешала. Точно нужный вход. Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности на ближайшие час-два. Вы все не в безопасности. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер! Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию. Но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда, еще поржем над этой историей. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда! Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь.
Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева, твой. А я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Обращай внимание. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегом. Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК не взрываются. Ядро реактора взорвалось. Я видел графит на земле. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. Ты нас убил, самонадеянный ты мудак! Ты же всех нас убил! Что с радиацией? Давайте побыстрее с этим покончим. А так это я тебя задерживаю? Давайте там пошевеливайтесь! Чего так долго? Даже холоднее, чем я помню! Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Куда-куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Господи Боже! На помощь! Оливер! Куда ты делся, Оливер?
Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию Чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила, надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его, прочувствовать, подчинить. Правда, очень хрупкая. Время на исходе, иди. Раз мы проходили через эти двери, уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Механизм не даст мне пройти. Ищи небольшой пузырек. Свой уровень радиации. В составе должны быть йодид калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. Нужно использовать сканер и проверить, что вокруг. Может, найду что-нибудь для обеззараживания.
Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре.